Дорогие друзья, дорогие подписчики, дорогие зрители канала, с вами Валерий Хаус, и мы вновь возвращаемся к прохождению Fallout 4. Вот, как мы помним, мы выполняем первый квест, называется он «Первый шаг», продолжаем выполнять его. Вот, заключается он в том, что поселению Ten Pines Bluff нужна помощь. Вот. В предыдущей серии мы добрались до этого поселения, поговорили с жителями, они дали нам задание, сказали, что поселению угрожает банда рейдеров, и, собственно, нам нужно найти этих рейдеров и уничтожить. Вот. Рейдеры находятся в цехе сборки машин Корвега, то бишь завод Корвега. Вот. Ну и, собственно, задание у нас перебить всех рейдеров. Вот. Помимо того, что мы двигались именно по квесту, мы исследовали еще местность. Так что квест затянулся. Вот. Но продолжим. Мы остановились в супермаркете. Вот. Так что продолжим. Батареи у нас осталось мало от силовой брони. Нужно где-то ее раздобыть. Не знаю, как это у нас получится. Ну, будем... Будем искать. Так, бутылки мы не будем брать. Серебряный медальон. Что нам даст этот серебряный медальон, цена 10 крышек. Наверное, не будем брать. Так, арбузы, давайте арбузы возьмем. Можно будет, наверное, посадить потом в дальнейшем. Так, пластиковые. Тыква, кости. Это что у нас, жевательная резинка. Жевательная резинка, по-моему, что-то дает. Возьмем. Мы еще активировали здесь робота. Он нам тут помогает избавляться от гулей. Давайте сюда зайдем, посмотрим, что у нас здесь есть. Ну, что-то мне подсказывает, что в супермаркете, наверное, навряд ли будет. Опа. Наверное, навряд ли будет ядерные батареи. Хотя черт его знает. Ух ты, проснулись гули. Разобрались. Кофейная кружка. Крышка, зажигалка. Так, ходов что-то здесь очень много. Непонятно, куда идти. Взломаем замок. Sweet. Ну-ка, робот, ты будешь помогать? Убежал куда-то. Гуль испугался.
Так, или давайте здесь по периметру обойдем, посмотрим, что здесь, а потом пойдем в те комнаты, потому что я смотрю, там ходов-то много. Патронов-то вообще... Опа, опа. А, застрял. Так, 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 так. Что у нас из оружия? Предметы. Давайте вот этот пистолет. Потому что патроны у нас кончились. Попробуем. Так, почему же у нас робот-то не помогает? Так. Музыка не прекращается, значит, враги где-то еще есть. Не все их убили. Еще арбузик. Кексы веселые ребята, вот он. Неужели? Очнулся. Опа, куда он исчез? Странно. Вишневое ядеркуло. Так, вот эти ядеркулы мы возьмем. Едатрон. Ничего такого полезного нет. Ну, вроде как. Здесь что у нас? Так. Здесь мы, по-моему, были, да? Или я ошибаюсь? Ядерные батареи. Но это не то. Нам нужен ядерный блок. Ну что, давайте посмотрим, что там в дверях есть. Готовый завтрак возьмем, первое быстрое приготовление. Это все может сгодиться.
Кофемашина, что ли? Кухонное полотенце, настольная фоторамка. Я думал, может, что-нибудь полезное будет. Так, невозможно сделать силовой броне. Так, терминал сотрудников супермаркета. Салли, из-за многочисленных жалоб клиентов за последние пару месяцев, мы, к сожалению, вынуждены сообщить, что нам пришлось расстаться с Салли. Вероятно, вы заметили, что нам доставили новую кофеварку. До тех пор, пока мы не освободим место на кухне, кофеварка будет стоять на столе Салли. Наслаждайтесь, администрация. Многие из вас выразили озабоченность по поводу громких щелчков, которые издает кофеварка при работе. К сожалению, мы не сможем переместить кофеварку в течение еще двух недель. Как оказалось, промышленная подставка, которую мы заказали, не поместится на нашей кухне. В данный момент мы ищем подрядчика, который смог бы снести несколько стен и освободить место для подставки. Пожалуйста, проявите терпение. Так, и все. В принципе. Don't think I can pick this. А, у нас не прокачано же, да? Так, химлаборатория, можем что-нибудь сделать? Можем. Отлично, коктейль Молотова мы можем сделать. Да, похоже, не одно. Так, инъекционного пистолета. У нас все равно нет этого пистолета. Можно сделать антиродин. Препараты. Замедление времени плюс 3 к силе, плюс 3 к выносливости, плюс 65 к максимальному здоровью, плюс 35 к максимальным ОД на 15 секунд. На 8 минут. Харизма плюс 5, все цены выгоднее на 10% на 8 минут. Давайте. Вдруг пригодится. Ну, даже не вдруг, а я думаю, пригодится. Так, замедление времени плюс 25 урону. Так, так, так. Плюс 25 к урону и сопротивляемости к урону. Давайте вот это сделаем. Так, не то. Ну ладно, давайте психовинт еще. Тоже несколько штучек. Ладно, думаю, хватит. Плохо, плохо, что замок нам не открыть. Плюс мы перегружены еще. Надо бы вес нам как-нибудь прокачать. Что-то там. Ух ты, полезли-то. Давай, 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 перезаряжай быстрей. Что происходит? Ты где вообще? Так.
Так, жетон на метро. Что она там? Загасила его? Текс. Хлебница. Морковь. Да чтоб вас, а? Ну, молодец, собачка. Если бы можно было бы тебя покормить, я бы тебе дал какую-нибудь вкусняшку. И джинсы с телеги. Так, что здесь у нас? Патрончики. Так, где там? Ох ты! Вспыхнуло так. Виски. Давайте возьмем виски. Виски — это хорошо. О, отлично. Ядерный блок. Прям здорово. Фотокамера прощелк. Что она дает, интересно, эта фотокамера? Так, там есть спуск вниз, и мы еще там, за стенкой, не все. А, ну, в принципе, вот здесь можно пройти, посмотреть. То, что мы здесь не все осмотрели, вроде как. Или может все? Отлично, вовремя мы нашли. Так, это похоже склады. Да, вот эти гули, они все живучие такие. Зажали меня в угол. Еще и дерзкий такой. Да чтоб тебя, чё ты не дохнешь-то? Нога повреждена, блин. Да, с гулями-то здесь много проблем. Канистра масла, отлично. Крышка. Мензурку не будем брать.
Стекло пока не надо нам, наверное. Канистра. О, короткий трюк. Ты что? Псина. И куда? Трехступенчатый лазерный мушкет. Давайте посмотрим. Так, короткий лазерный мушкет у нас есть. И чем он отличается? Весом? Тот нам надо перезаряжать вручную постоянно. И это также. Так что нафиг. Вот какой у нас есть еще. Давайте-ка с таким походим. Голозапись. Так, чувствительный... Что там? Перфорированный, чувствительный, гладкоствольный пистолет, что ли? Ну... Нет, наверное. Это все оставим. Так, что у нас? Голозапись там какая-то. Давайте-ка посмотрим. Вчера я вернулся вместе с Эммой. Здесь никого нет. Похоже, был жаркий бой, и все сбежали. Повсюду трупы гулей. Мы с Эммой попытались выяснить, куда они отправились. Нашли Энтони. Наверное, все было очень плохо, иначе бы они забрали его труп с собой. Я сказал Эмме, чтобы она ждала меня в доках, а сам пошел на разведку. Долго здесь оставаться не будем, я просто хочу забрать тело Энтони и... Стоп. Дикие вернулись. Твою мать. Дикий гуль-пожиратель. Ладно. Так. Что, где мы еще? А, вниз еще не спускались, да? Давайте-ка спустимся, посмотрим. Так, это выход Содружества. А где он говорил про труп Энтони? Я что-то так подозреваю, что ключик-то, возможно, от сейфа у Энтони находится. Было бы хорошо открыть. Ладно, давайте еще посмотрим здесь. Если нигде нету, то уже вернемся сюда, когда будем
прокачаны. Я думаю, мы не раз будем мимо проходить или что-то в этом роде. Давайте там выйдем. Так, а здесь у нас гараж какой-то. А вот, кстати, хорошо, что здесь пошли. Вот и Эмма лежит. Так. Ух ты. Так-с. Я думаю, здесь со снайперским прицелом не актуально будет. Вот. Так что... Давайте-ка... Все мимо, блин. Вот. Что они такие бронированные? Да чтоб тебя. Стой ты на месте. Так. Ну что ты, что ты? Чудо-клей, отлично. Чудо-клей в Fallout 4 это хорошая вещь. Очень хорошая. Всегда нужна. Глаза Эммы. Давайте послушаем. Что там занят? Чем-то занят Джош. Его уже почти час нет. Нужно убираться отсюда. Парни думают, что мы уже в Конкорде. Если Джош не будет телиться, то может еще не успеем. Черт, стрельба. Проклятие, Джош. Понятно. Так, дистанционное управление дверьми. Давайте откроем. Вот мы и выбрались из супермаркета. Пришлось там долго повозиться нам. Что это? Как он туда забрался?
Так. Так, 46 скорострельность у нас нашего пистолета 10-миллиметрового. В принципе, то же самое все, что и у нашего. Опа. Какие-то там разборки. Непонятные происходят. Ты какой-то. Горите. Бассейн был когда-то. Рейдер. Ух ты, кучка рейдеров здесь. Так, патроны калибра. Что, давайте направимся в сторону Корвеги. Все-таки у нас основное задание – это завод. Вот. Поисследовать мы еще успеем, у нас еще времени очень много на эту игру. Такс. Штурмовой противогаз. Здесь посмотрим, что здесь есть. Ух ты, я думал, он мертвый. Опа. О, да откуда вы там взялись-то? Понятно вообще, откуда они выбегают. Да что ты, я застрял опять.
Неуклюже это силовая броня. Уже две ноги у меня сломаны. Точнее, не сломано, а повреждено. Началось опять гуляние. Гуляние гулей. Да что ты? Что за звуки? Интересно, можно ли прокачивать собаку? Допустим, ее стойкость, там, урон наносимый. Так, вот, собственно, похоже, и завод Карвеги. Почти добрались. Ух ты, может туда забраться еще посмотреть, что там. Когда там аппарат на крыше лежит. Здесь у нас пусто все. Давайте поднимемся, посмотрим. Собака. Хватит путаться под ногами. Биометрический сканер. Вакуумная лампа. Да, жесть. Фура. Да чтоб тебе, почему они такие быстрые-то? Больше всего это напрягает. А, щетка для волос зачем-то взял. Ну ладно. Винт. Химлаборатория. Вот пока что больше всего меня напрягает это то, что собака путается под ногами постоянно. Тут самое такое, то, что меня напрягает. Да, погодка не из лучших. Портит всю красоту постапокалипсиса. И совсем здесь ничего нет. Плохо. Плохо, очень плохо.
Я думал, может, какой-нибудь секретик или что-то там полезное будет лежать. А оказалось, нет. Одни гули. Напали там на собаку. Так, 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 так. Реактивные гули. Собака всякие странные движения такие делает, непонятно. Так. Ну, в принципе, здесь делать нечего. Здесь были только гули. Двигаемся на завод. И нога у нас одна сломана. Уже полностью. Так, мешочек. Довоенные деньги 100. Что не дают? Текстиль. Возьмем. Щетка для волос там снова была. Вижу, уже там ходят рейдеры. Так, нас, похоже, заметили. Ого. Так, у нас появился новый уровень. Ладно, пока не будем. Так, давайте-ка выберем со снайперским прицелом. Типа какую-нибудь снайперскую, чтобы можно было сразу выносить прям вот с первого выстрела. Что-то я мажу. Так.
Опа, вторую ногу мне повредили. Точнее, сломали. Осталась турель. Давайте-ка ее попробуем. Оп. Нет. О, ваш запас на исходе. Неожиданно, неожиданно так машина взорвалась. Руку повредил. Так, а турели, по-моему, пофиг, да? Нет. Так. Откуда? Сверху? Сверху. Готов. Так, у этого там маска. Просто так не пробить, значит, будет. Ну, хотя, три выстрела должно быть достаточно. Готов. Так. Ловушки всякие тут. Все, похоже, музыка отыграла. Похоже, мы расправились тут с охраной завода. Рука повреждена, ноги сломаны. Печально. Ничего хорошего. Что это за херь? Опа. Еще граната. Да нифига вас тут, ребята. Готов. Давай быстрее перезаряжай. Ах ты.
Так, один есть. Yes. Отлично. Так, сейчас разберемся еще там со снайпером. Наверху. Где кричал-то еще? Откуда стреляет-то? Я не могу понять. А, вот ты где. Получи. Опа, патроны кончились. Так. Отлично, у нас есть патроны от нашего крутого пистолета. Готов. Мутафрукт. Можем мы завалить с такого расстояния? Я думаю, сможем. Yes. Так. Жесть, это мы еще внутрь не вошли. Отлично. Кстати, в такие моменты надо попивать всякую фигню вот из химикатов, которые мы делали. Что-то я не подумал об этом. Ладно, в дальнейшем будем. Вот. Давайте посмотрим, что здесь. Так. В трубе-то у нас там ничего не лежит. Понятно. Так, у нас 9 патронов всего. Это не очень хорошо. Давайте выберем этот пистолет. Ошметки.
наш дробовик. А, у нас же дробовик заделан, мы же заделывали его, да? Значит, у нас должен быть круче. Так я почему-то его не вижу. Он по-любому круче. Так, у нас ядерная батарея уже израсходована на 50%. Нужно где-то искать. Также какой-то генератор надо найти, как мы нашли в супермаркете. Масленка, отлично. Алюминиевая канистра. Там же масло. Обыщем трупы. Кастет у него есть. Все нам не интересно. Это нычка. Так. Где кто откуда сейчас стрелял? Непонятно. В сам завод не будем уходить. Ох ты, свалились. Ну ладно, свалились, так свалились. Потом вверх обыщем. Ну что, дорогие друзья, давайте на этом закончим. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. А я со всеми прощаюсь. Завод Корвега мы будем зачищать уже в следующую пятницу. Всем до новых встреч. Всем пока.